Приветствую всех на канале Вика Пешер. Вязание крючком и спицами. И, как говорится, я, как и многие, я так поняла, рукодельницы, пытаюсь вернуться на YouTube. Уже недели две точно, как я размышляю, каким образом же мне вернуться. И, конечно же, подстегивает всегда совместные проекты. Один из них мне понравился. Этот проект называется «Пора надеть 6 уже». Организатор этого проекта Алина с канала «Алина вяжет». Мне понравился этот проект тем, что можно вступить в любой момент. Девочки, как я поняла, вяжут там уже месяц. И растянут он на 4 месяца, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Сейчас у нас ноябрь, и вот я хочу вступить хотя бы на эти 3 месяца со своими недоделками, недовязами, со своими хотелками, которые уже очень долго тянутся. И для этого я выбрала несколько проектов, которые я сейчас покажу, что у меня для этих проектов есть, что я уже начала делать, а что-то еще не начала делать. В общем, мои планы. Я выписала их себе на вот такой листочек из ежедневника. Не знаю, будет ли зеркально отображаться. Это мои планы до конца этого проекта. Во-первых, я еще с января этого года хочу себе сделать чехол для крючков. Модель уже создана. Я лишь частично ее хочу повторить. Это некий джинсовый такой чехол, у которого крышечка в виде вязаной части. Такой вот вязаная часть у меня уже есть. Осталось дошить эту джинсовую часть с резиночками для моих крючков. Потому что у меня есть пенал пластиковый в виде тубуса, куда по высоте не все крючки помещаются, и по ширине, потому что у некоторых есть толстые ручки. У меня есть мешочек тканевый, где у меня круговые спицы заложены, и там же болтаются эти крючки. И чтобы найти один определенный, приходится высыпать полностью все содержимое этого мешочка. Поэтому хочется для крючков отдельный такой чехольчик, куда поместятся и тонкие крючки, и крючки с толстой ручкой. И высокие, и короткие, разные. Ну вот размер такой будет примерно. То есть я хочу вот это доделать. Вот оно у меня с января лежит, ожидает меня этот пунктик. Также здесь у меня в списке я выделила пошив стеганой проектной сумки. Эта сумка тоже по мастер-классу, насколько правильно помню, Вера Романенко. Она шила такую сумочку, показывала на YouTube, и я себе ее заприметила, что тоже хотела бы такую. Ткань у меня есть, сейчас я ее не достала, но мне нужны там еще дополнительные уплотняющие материалы. И, в принципе, я готова к пошиву этой сумки. Это второй мой проект, который я бы хотела взять сюда. Дальше, яблочная юбка крючком. Ну, яблочная она не потому, что узор из яблок, а потому что цвет этого хлопка при покупке был написан, что яблочный. Но я бы не сказала, что он яблочный, какой-то салатовый больше, ну, салатово-желтый. Здесь вообще, по-моему, написано, что он какой-то зеленый, неоновый. Пряжа это у меня 100% хлопок, мантиколор,
СПА. Вяжу я в 3 нити, крючком 1,6. В общем, эта ковырялочка продолжается еще с прошлого лета. То есть в конце прошлого лета, в августе, я начала эту юбку. Ну, с надеждой, конечно же, за месяц ее связать и хотя бы примерить. Ну, прошел год, прошло целое лето. Я довязала еще полосу. Ну и все. Подклад для этой юбки я уже приобрела. С этой юбкой я уже выпускала теги. В общем, вяжу ее долго. Тут узор, в принципе, монотонный остался. Он в виде таких вот листиков. Ну, вниз только они направлены, да. Сверху резинка крючком. Ну, вот эти вот листочки. То есть, в принципе, стандартный распространенный узор для таких юбок. В общем, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 листиков есть. Нужно ее доделать, чтобы хотя бы следующим летом я уже ее поносила. Вот этот хлопок, который у меня есть. Также очень давно я хочу связать жаккардовые носки из секционной пряжи. То есть, чтобы при узоре жаккарда переходил один цвет в другой. Уже миллион раз все связали такие носки, а я все хочу, хочу и так и не сделаю. Поэтому беру их тоже с собой. Фоновый цвет пока не определилась. Возможно, это будет что-то такое белое. А секционная пряжа, у меня есть вот такой моточек, который я брала, насколько помню, это Alize Angora 40. Alize Real 40, вот так. Real 40, по-моему, это она. Ну, ботик, естественно, что разноцветный. И, в общем, начинала носочки крючком. Тоже с переходом цвета, потом распускала, потом опять начинала. И, в общем, перемотала. И осталось вот это непригодный никуда клубочек. Я думаю, как раз на носочки с переходом разных цветов они очень хорошо, эта пряжа очень хорошо подойдет. Вот. Может быть, это будет с белым, потому что, ну, тут очень много цветов. И бордовый, и серый, оранжевый, и желтый. Вот такой яркий оранжевый. То есть, ну, в принципе, очень красивый клубочек. Вот. В общем, беру его на носки с чем-то. Или с черным цветом, или с белым. Наверное, с белым. Но этот белый лежит не сюда. Вот это основа для идеи. К ней подберу еще какую-то пряжу. Также я летом этим начала идею своего кардигана «Черное кружево». Черное, так как у меня есть черный хлопок. Вот я его уже перемотала, он у меня уже так давно лежал, что начал вот эти моточные части все рассыпаться, и я перемотала его в клубки. Ну, черный цвет, конечно же, это убийство для глаз. Вязала я его летом, только днем, вечером уже вообще ничего не видно. Кружево, так как я хочу элементы с ирландским кружевом, вот некоторые из таких элементов, это у меня некие образцы. Вот они даже не видны. Не знаю, на чем показать. Да, некие листики. Это как цветочек из вот таких листиков. Ну, вот оно все в процессе так и осталось, образцов. А также у меня есть вот такие вот пайеточки. На черном хлопке пайетки с синим отблеском. Я хочу где-то их тоже применить в этом кардигане. Но есть совсем светлые, может быть, что-то и с этим можно как-то сочетать.
возможно. Но белый это на всякий случай, вдруг идея придет. Ну, в принципе, вот черный и синие пайетки, вот это я хотела бы соединить. Но кружево будет только на лицевой части, на спинке можно что-то и попроще. Узор пока не определилась. В общем, начался этот кардиган. А также я планирую по нему выпустить некое описание на YouTube, где будет прописано, как я построила выкройку для себя, какие элементы связала. Их будет всего несколько. Ну и как я собрала это все в единый кардиган. Но пока все это остановилось на образцах и подготовке пряжи. Так, также я планирую связать кардиган-пальто квадраты. Это мои условные обозначения. То есть кардиган такой длинный, как пальто, но не такой толстый, как пальто. Да? То есть он тонкий под вид пальто. Квадраты почему? Потому что узор из квадратов. Эту идею я взяла из журнала Alize. Сейчас, чтобы правильно. Который я вот приобретала как раз вместе с пряжей. И вот здесь мне запал в душу один узорчик. Секунду, сейчас его найду. Почему-то здесь другие закладки. Так, Сенса 72. Да, вот он. То есть очень-очень он мне понравился. Здесь написано, что это женский длинный жилет. Ну вот жилет. Вот здесь эта девушка в этом жилете с молодым человеком. То есть как он выглядит спереди. Ну, для меня это все-таки кардиган. Удлиненный, так скажем. Да, вот такого плана я хочу. Для этого я приобрела сначала для образцов пряжу. Вот такую черно-зеленую. Еще такой темно-зеленый есть, еще не все достала. И белый, да, молочный. Вот такой, такой и еще потемнее зеленый. Но сейчас смотрю, уже одного какого-то зеленого там нет. Возможно, надо будет заменить и уже приобрести полный набор. Пока я тоже сделала к этому кардигану, так скажем, только образцы в одну нитку. Ну, с одной стороны, мне показалось это слишком тонко, а в две нити я не дошла сделать этот образец. Поэтому пока вот он тоже в хотелках, но он в хотелках уже с этого лета только. Это самые свежие хотелки, которые я тоже начала, уже начала приобретать пряжу. И нужно поторопиться, потому что пока эта пряжа на распродаже у нас, чтобы успеть приобрести себе более... по комфортной цене пряжу, пока она еще есть. Так, вот такой кардиганчик я хочу. Также я приобретаю книги по вязанию, конечно же, очень люблю их, стараюсь себя сдерживать в этом плане. И тоже вы уже видели, что я связала митенки по книге «Вяжем латышским». Латышские варежки или латышским узором. И также у меня есть вот такая книга, по которой я еще ничего не связала. Я хочу связать себе варежки жаккардом. Но, возможно, тоже отсюда уже все перевязали. Я нет. И я хотела бы как раз вот такие вот варежки, лисички связать. Очень мне нравится. Для этого у меня тоже есть... пряжа, вот у меня рыженькая, беленькая, но, естественно, черная, желтенькая тоже у меня есть. Вот такие варежки я очень хочу себе связать. Хочу давно, так как книга уже, по-моему, даже третий год у меня. А отсюда я еще ничего не связала.
Поэтому давно пора, пора связать и пора надеть эти варежки. Ну и, в принципе, вроде бы я все перечислила. Я считаю, что на ноябрь, декабрь и январь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проектов это достаточно много. Тем более из них 2 плечевых изделия, юбка длинная. Из маленьких проектов это варежки и носки. И проекты для шитья оставшиеся, это чехол и проектная сумка. В принципе, нормально, я думаю. Я, конечно, верю и надеюсь, что я все выполню, но все-таки я думаю, что-то я сделать не успею. Ну, очень-очень постараюсь максимально выполнить. И надеюсь, это подстегнет меня для возвращения на канал, для подключения других моих начатых проектов, начатых проектов и для начала уже новых проектов. Поэтому отчеты я буду выпускать на выходных, в субботу или воскресенье, где-то в эти дни. Сегодня у нас вторник, 8 ноября. Ой, но не думаю, что я сегодня выпущу это видео. Думаю, на днях. Либо поставлю уже публикацию на выходных только. Как смогу, в общем, потому что техника тоже меня подводит. Я думаю, это видео будет весить достаточно много. А ноутбук у меня уже красненьким горит и просит: хозяйка, почисти меня. Хватит скидывать видео. Ну, в общем, этот листочек будет у меня напоминалочкой. Не думаю, что буду двигать какой-то один проект. Буду стараться каждый проект двигать по мере возможности. Ну, наверное, в первую очередь определиться надо с пальто квадраты, заказать пряжу. И пока я буду вязать другое, придет как раз моя пряжа. А пальто, то будет оно связано рисом. То есть вот такой вот узор, как вот здесь. Это мой жилет вязаный. Сегодня используется в виде фотофона. Так как он очень тактильный, мне он очень нравится. Он просто огромного размера, специально такой макси оверсайз. Очень длинный, даже не похож на жилет. В планах того, что он еще растянется со временем и будет у меня в виде платья туники домашнего. Он очень теплый, то есть когда я мерзну, надеваю его, очень классный. И так как здесь совмещено, насколько я помню, 9 узоров, он очень тактильный, очень мне нравится. И рис, и вот эти косички, и вот здесь шишечки, здесь лицевая гладь с меланжевым переходом. Здесь тоже в виде шишечек узор в шахматном порядке. И выше там тоже есть еще узоры. В общем, он очень нравится. Поэтому положила его сегодня именно сюда. Увидимся в следующем видеоотчете. Дай Бог мне сил и удачи, скорости всем другим участницам.